Алия Шагаева сегодня принимает поздравления от своих учеников. В честь Дня Учителя для нее сыграли на скрипке. Уроки с Алией Юнусовной, они очень интересные. Она подробно всегда все рассказывает, также с нами шутит и очень нас любит. Мы очень любим ее уроки. Она очень уважаемый директор. Она старается улучшать нашу школу с каждым днем, чтобы наша школа стала самой лучшей для учеников. А теперь, Дима, объясни ему, что такое согласование, почему он ошибается. Алия Шагаева – представитель знаменитой учительской династии. В ее роду 64 преподавателя. Наша героиня в этой цепочке 54-я. Пушкин, вот самый мой главный учитель, привел меня именно в Пушкинский лицей. Папа у меня был долгое время директором школы, был замечательным директором школы. И он всегда говорил, умение руководить в образовании – это ставить прежде всего интересы той организации, которым ты руководишь, выше своих собственных. Благодаря этому баннеру можно подробнее ознакомиться с родословной семьи Закировых, Битколовых, Гайнановых. Это одна большая педагогическая династия. Их общий стаж работы составляет 1233 года. В их числе, помимо школьных учителей и директоров, есть также кандидаты и доктора наук, а также начальники управления образования. Родоначальник династии – уроженец Балтасинского района Гильван Гильванов. В 1916 году он основал деревню-школу и учил детей русскому языку. Его путь продолжили 8 детей. Алия Шагаева шутит, если собрать всю семью в одно время, да в одной школе, другие учителя не понадобятся. В роду есть преподаватели физики, математики, русского, английского, французского языков, физкультуры. Советы по педагогике в семье передаются из поколения в поколение. Насчет первого опыта. Получилось так, что мой первый урок был связан с 5-м D-классом. Как я только зашла, увидела мальчика, который сидит на шкафу. И вспомнил золотые слова отца, что первые 15 минут надо как-то помолчать. Выдержав паузу, я начала урок. Я помню, как мы увлеклись с детьми и совсем забыли про того мальчика, который сидит на этом шкафу. И тогда я для себя поняла, что увлеченность учителя – это важная черта. Но случилось так, что через некоторое время этот мальчик объявился сам и попросился за парту. Дети Алии Шагаевой – самые младшие представители педагогической династии. Сын – учитель математики, дочь преподает английский и китайский. Лилия Ахметова – сестра Алии Шагаевой. 3 года работает в школе «Адамнар» в Казани. Почему школа? Потому что все-таки это горящие глаза детей. Это в определенной степени свой кайф. Это жизненная энергия. Ваши аплодисменты, друзья! Накануне семья была в Москве и участвовала в запуске нового поезда метро. Его назвали «Учитель – главная профессия на Земле». Он посвящен первопроходцам в системе образования России. Поезд из 5 вагонов. Каждый посвящен основоположникам педагогики. В их числе Константин Ушинский, Василий Сухомлин, Антон Макаренко. Отдельный вагон посвятили династиям. Среди них наши Битколовы, Гайнановы, Закировы, Закиевы. Не просто поезд. Это на самом деле история. История наших наставников. Каждый житель нашего города сможет познакомиться с этими замечательными людьми поближе, с их высказываниями, с их мыслями. Учитель не оказывает услугу. Учитель – это служение, это миссия. Это великий гражданский подвиг. Главный девиз татарстанской династии – быть учителем не просто работа. Это страсть, мудрость, бесконечная любовь и уважение к детям. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Татарстан.